Всем привет! Сегодня мы будем делать суши-торт. Да, друзья, сегодня мы будем делать суши-торт. И начнем мы с риса. Промоем его до тех пор, пока вода не будет прозрачной. На 400 грамм круглого риса добавили 450 миллилитров воды и ставим на средний огонь. И накрываем крышкой. Когда вода закипит, мы уменьшим огонь до минимального и оставим на 15 минут для готовности. Пока готовится рис, Даша будет нарезать огурчики. В описании под видео мы распишем используемые продукты и их пропорции. Умница! Подвигайся в эту сторону, туда, да. Рис готов. Поскольку у нас рисовый уксус специально для суши, поэтому он содержит и сахар, и соль. И мы не будем делать никаких заправок с добавлением сахара и соли. Добавляем 3 столовых ложки рисового уксуса. И перемешаем. Лепится? Ну, да. Ну все, значит он готов. И оставляем, пусть он дальше охлаждается. Чтобы проще было извлекать наш торт, мы обтянули форму пищевой пленкой. Теперь на рыбу укладываем рис. Чтобы рис не прилипал к рукам, руки нужно постоянно смачивать водой. Далее накладываем сыр и желательно набирать его обратной стороны ложки, так будет проще размазываться. Теперь укладываем авокадо. Да. Равномерно соединяем вот так. Лист нори у нас немного больше, чем форма, поэтому мы его подрежем. Все, нори готов. Второй слой будем укладывать в той же последовательности и в такой же способ. Единственным отличием будет вместо авокадо огурцы. Вкладываем теперь огурчик. Все, огурчики уложены. Теперь нори. Готово. Угу. Теперь укутаем его пищевой пленкой и отправим в холодильник на полчаса. Для нарезания торта лучше использовать нож, смоченный в воде. Хотя наш торт мы резали обычным ножом без смачивания. Получился тортик. Всем пока!